забрать Бенито из школы. Пусть он сегодня вечером побудет у тебя. Очень надо. Ну что, пошли? У нас тут как в Голливуде. Давайте, парни, работаем! Сюжет про то, как соседи поругались из-за украденного Wi-Fi. Так, побольше страсти. Это должно быть мощно! Активнее, активнее! Мы в эфире! Добро пожаловать на шоу! Напрыгай. Мы все исправим! Крупный план. Ну как? Дашь мне телефон? Нет, давай поговорим. Поговорим? Есть подружка? Нет, а у тебя? Нет. А тетя, которая кричала? Что? Еще, еще! Ты его любишь? Ну что ты спрашиваешь? Он же мой сын. Уверен? Прости, прости. Сильвина? Помоги мне найти настоящего папу. У меня нет времени, я даже не знаю, с чего начать. Я знаю. Послушай меня, родители не выбирают. Это лотерея, Бенито. Не сомневайся, у нас с Сильвиной все было. Наши отношения были очень глубокими. Она была моей музой. Смотри мне в глаза. Внимание. Спать! Эй, ты вообще нормальный? Записывай, его ник Шалунишка. Откуда ты их взял? Это подарок на мой день рождения. Кто это подарил? Они же девчачьи. Это ты подарил, Гриего. Я ничего не принимал. Я съел стейк. Большой, вот такой огромный! Я не согласна. Из него такой же отец, как из меня слесарь-сантехник. Неважно, правда это или ложь. Не в этом дело. Главное, веришь ты в это или нет. Не настоящий папа. Нам осталось только придумать, как деликатно объяснить ему эту ситуацию. Но я уверен, это он. А? Сеньор Самарас?